А я салют всем, с вами Стеймус Бро. Сегодня мы будем смотреть Сайфер Кубка МЦ. Свеженький, только вот недавно вышел. На Сайфере участвуют такие МЦ, как Шум, Клава Брава, МЦ Похоронил и Хэллоуин. Как раз заценим новую афишу. Если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Погнали смотреть Сайфер. Мы с тобой не наравне, лох ты бездарь на бите. Ты турист, ты в петле, скоро ты снят табуре. Прыгай вниз в конуре, твое место в кабуре. Скрыт сюрприз, ЕКБ, город бесов, дабл Н, трипл сикс. Прицени этот угарный флоу, кардио для меня, ведь это брат легко. Как прикол, зачитал твои фанатки, бро, потекло. Блин, шум как всегда разваливает, очень круто. Ведь это брат легко, как прикол, зачитал твои фанатки, бро, потекло. А ты в роли фона для битов, бля, дерьмо. Кубок МЦ, ради бога, кого закатать надо, я готов взять микро. В клубе рэпер будет замурован потом, и мы это назовем капремонт. Это чертова пьеса, белые тапки, черное место. И как бы не было жарко, но все равно не согреться. Своего рода подземка на глубине, но я топовый МС. Ход по билетам, добро пожаловать, ведь я открыл эти двери, Джим Моррисон, детка. Это грубый рэп, иглы в куклу буду рэп. Я звучу свежо, даже когда беру бумбэп. Пока мир в приступе, я тернистыми путями иду. Это Клинт Иствуд рэп, я не герой, камон. Просто кросс май лорд. Мы все в сериале, по факту в этой утопии. Все просто, хвост виляет собакой. А ты словно Фауст, твой продал анус. Скоро вас поведет на скотобойне Танос. Там кровь и хаос, а я бро останусь. Ведь моя скотобойня это Слоттерхаус. Так. Блин, ну парт шума очень крутой, не знаю, наваливает на битло, как всегда, очень от души. Очень круто делает, блин, минусовка мне тоже понравилась. По тексту тоже нормально достаточно, мне очень прямо вот зашло. Давайте посмотрим, что у нас тут Клава Браво начитал. Клава Браво, как всегда, разъебывает в своем стиле, да? Слышь, бич, давай бей в трубажа. То, что тебе трило, я могу сказать тебе в глаза. Я челябинский пацан, не забудь отдать коса. Я залил канистру, пойка, сука, не барист. Бля, в глазах двоится, заварила мне два листа. Они не шарятся, стилек, когда у них на лице. Драки расширены, пиздец, как бы мне не спалиться. Так выглядит... Так, ну, Клава Урава мне поменьше понравился, чем Шу. Он, ну, у Клавы очень крутой стиль, он разваливает прям хорошо, под автотюнчиком все круто, блин, по тексту, ну, тоже поменьше зашел. Короче, Шум пока вот number one на Сайфере. Давайте посмотрим, что сделал Пох. Так выглядит пушка. Так выглядит пушка. Барабаны Путина, катим тихо на первое. В руках есть руль, тебе так пушим, что давим типом на нервы. Дайте мне пульт и любовь, звук, если я увижу их первый. Револьвер, пули, все танцуют ногами, диско инферно. Брать их, показать им, вылет и взять их, суп, заказать им думить. А мы вверху, пацан, вас забыли, мы сняли тут то, что у вас не вылет. Убрать их, показать им, вылет и взять их, суп, заказать им думить. А мы вверху, пацан, вас забыли, мы сняли тут то, что у вас не вылет. Так выглядит пушка. Так выглядит пушка. Прикольно, прикольно. Так выглядит пушка. Так выглядит пушка. Мой 21-й. Так, ну что я хочу сказать. Блин, ну короче, на первом месте Шум, на втором Пох. Блин, не знаю, Пох сделал достаточно прикольно. Очень стильно. Блин, не знаю, мне зашел парт Поха. Прикольно. Панчульки накидал, да, немного. Классно, короче, сделал. Давайте заценим Хэллоуина. Так выглядит пушка. Мой 21-й, я на депрессии. Дал три ивента, еле две песни. Но сдавил челюсть, глубокий Челси. Чувствую, тыкали пальцем, как
сенсор. Сегодня у себя на юбилее, в 10-й стадии нашей болезни. Больно мне не было, голоды делали только на сне. Это не промо-ивента, это история того человека. Еще один шаг, и мы около неба. Я был не первый, но буду последним, некуда деться. Не музыканты и не поэты, мы даже в треках попэплим. Я точно знаю, где мое место, я оставлял свое имя на рупор. Спасибо и клянусь, я не забуду. Я видел, как разбивается кубок, видел, как раздевается Юля. Десятки лямов просмотра ютуба, видел, как катится прибыль на убыль. Но каждый батл все больше кайфует, я лишь жив, пока кое-кто умер. Фергана, Москва, Петербург, я за слова тебя потяну. Не попадайте мне наяву, я волновал, теперь уроню. На ханте и хайпе нас пока будут, пахан, клава, браво и шум. Вся моя ставка сейчас на кону, да я за вас и вас на ходу. Так, давайте заценим афишу. Так, давайте перед этим я скажу по поводу Хэллоуина. Хороший, у него пар достаточно, но если брать полностью Cypher, то у них есть попизже достаточно Cypher, а есть покруче. Этот Cypher, он нормальный, но мне не сказать, что прям как капец как зашел. Хэллоуин сделал неплохо. Давайте заценим афишу. BPM, RAM, шум. Блин, это очень мясная пара. Рэм на битах хорош, он батлил где на Версусе, да. Ну и вообще, ну там были средние достаточно батл, ну блин, Рамира с шумом, не знаю, мне кажется, это будет крутой батл. Прямо офигеть. Диктатор UAV против Басоты, блин. Интересно, интересно посмотреть, обязательно буду делать реакции на эти батлы, блин, 100%. Не знаю, очень интересно. Блин, диктатор, если не забьет хуйца, то сделает достаточно годно. А что от Басоты ожидать, вот вообще прям не знаю. В акапелле на версии он нормально делал, сейчас прям не знаю, что ожидать. Так, Deathmatch Clash. Рифмобес, Рен, Гансбург, Майк Стикс и Сладомуэрта. Одна девушка, да? Рифмобес делает круто, ну, достаточно охуенный напор дает, но по тексту у него не очень. И у Рен тоже как бы, ну, не знаю, короче, Гансбург. Это у нас Домино, да? Не знаю тоже, что будет. Майк Стикс это у нас с Рвать на битах. По-моему, если не ошибаюсь, где-то он еще был. И Сладомерта, ну, все прекрасно его знают. Блин, интересный, интересный дезматч. Фиг знает, что будет. Возможно, сделают даже очень круто. Почему нет? Интересно. Давайте посмотрим, кто у нас в акапелле. Так. Акапелла. Микси Пандропов. Палмдропов. Блин, даже не знаю. Мне кажется, это будет достаточно средний батл. Соня Гризе. За вот это вот, за Соню Гриза я, наверное, не в курсе. Это какой-то достаточно именитый человек среди батлов, я так понимаю, против Облбиска, да? Хос против Димы Хулигана. Дима Хулиган это Интега, да? Короче, по поводу акапеллы я не знаю, что сказать. Больше всего мне пока нравится BPM пара из всех, которые есть. Ну вот еще автотюн батл. Клава Браво против Отто. Блин, не знаю. Посмотрим, что из этого получится. Интрига, интрига, не знаю. Заценим, короче, что получится. Посмотрим. Пока точно, блин, даже предугадать не знаю. Не могу предугадать даже ничего. Ну, короче, посмотрим. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи. Пока.